Казанский федеральный университет продолжает принимать в своих стенах важных гостей. На этот раз КФУ открыл свои двери для представителей университета Дрездена. Делегаты посетили старейший вуз России, чтобы открыть новые перспективы в совместной научной работе и укрепить сотрудничество. И это неудивительно, ведь на сегодняшний день цели Казанского федерального в области образования схожи с задачами Дрезденского технического университета, что позволяет двум крупнейшим вузам совместно разрабатывать проекты и использовать в своей практике полученные результаты. В завершении встречи был подписан меморандум о международном сотрудничестве и работе над общими проектами по педагогическому направлению. Успешность переговоров с коллегами из Технического университета Дрездена позволит Казанскому федеральному продвинуться вперед в достижении своих оправданно амбициозных целей. Научное сотрудничество на столь высоком уровне наглядно демонстрирует конкурентоспособность Казанского университета на международной арене. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.